Сейчас, в общем, в поле нахожусь, сои гружусь. Сейчас покажу. Соя, что из себя там представляет? Ну, то есть, вот так вот. Ну, с под комбайна гружусь. Вот там он, комбайн идет. Вот он. Сейчас тут тоже пока грузился. Все колодки подвел. Ну, тоже перевел, пока колодки поводил, тормоза. Колью такую накатал. Ну вот видно ее. Ну, вот здесь спереди видно. Ну, то есть вот здесь вот мягкая земля. Да, он на нее прям наступаешь и видно провалится. А здесь твердая. Это делаешь, когда тебе. Ну я вот, мне вон два бункера высыпал, комбайн. Туда-сюда поездил, накатал. Потом еще бункер высыпал, опять поездил. Опять бункер сыпет. И вот каждый бункер, как он мне сыпет, тут, ну, зад-вперед, зад-вперед ездил. Такую колью набиваю. То есть она. Чтоб когда груженый потом с места трогаюсь, нормально. Не тяжело машине было. Вот, наверное, не знаю, уже, наверное, часа 4 стою, вот только КамАЗ загрузил. Полного грузить не буду, это сильно тяжело будет. Так, вот 4 бункера в КамАЗа. Ну, и бункеров 5 в прицеп, наверное, нагружу. Все. Ну, 9 бункеров в общей сложности брать буду. Сейчас соя как растет. Покажу. Сейчас еще тоже пока стоять буду, хочу вот по посадкам пройти здесь, грибы посмотреть, что есть, нету. Грибов пособирать, походить. Все равно делать нечего пока. Часа 4 еще времени есть. Ну вот, собственно, сама соя. Ну, тоже вот как горох она. Так вот ее раскрываешь. Ну сейчас другую возьму. Зернышко выпало. Ну вот они. Горошку вот он внутри. Оп. Растет как. Что-то ехал сюда, тормоза как-то. Не те, короче, тормоза. Развел. Ну и все, еще сейчас комбайн разгружать будет, еще раз включусь. Не, походу здесь никаких грибов нету. Одна трава, все. Больше ничего. Ну и обрено. Сломанный только валяется. Комбайн вот он ходит. КамАЗ там стоит, получается, вон он. Ну и все. Ладно, что, назад пойду. Вот, за грибами в лес надо идти, а не по посадкам ходить. Завтра, если буду здесь, вон туда в лес, наверное, пойду. Схожу, посмотрю. Ну вот это лес там уже. Может, там что, грибы будут какие. Ну вот, выгружать начал. Так вот, добавим. КамАЗ уже загруженный, все стоит. Ну что, в общем, загрузился, все, еду. Весь день на загрузку ушел. С 9 утра до... Сейчас сколько? 7 вечера сейчас. Без 10-7, да? Вот, ну, в общем, целый день на загрузку ушел. Вот, выехал. Ну, с поля уже выехал. Ну, не то, что выехал уже тут. 30 километров расстояние с поля до точки. На разгрузку.
указатели. Сейчас нахожусь, конь-колодец, село. Получается граница в Воронежско-Липецкой области. Сейчас тоже в магазине тормознуться, надо что-нибудь поесть купить. Вот сейчас тут магазинчик слева будет. Вот, наверное, остановлюсь. Вот так вот. Блин, этих ментов лежащих, уроды. Вот специально делаю, чтоб доплатку выгоняют. Вот это пешеходники, это все фигня. Они через каждые 50 метров, короче, 20 метров эти пешеходников понаделали специально. Чтоб поток на платку весь ушел. То есть это мы сейчас по объездной едем. На М4, да, федеральная трасса, объездная, это бесплатка, да? А там рядом, ну, с той стороны, в общем, вон ее видно, там она светится. Там платка. И вот, чтобы все по платке ездили. Вот это вот, видите, вон, а там опять вот он, пешеходный переход. Сказать, что так? Здесь пешеходов столько нету, в этом селе столько народа не живет. Сколько лежащих ментов поналожили. Ну ладно, сейчас здесь запаркуюсь, вон там до магазинчика добегу. Ну здесь-то ладно, здесь магазин. Базара нет, здесь пешеходник нужен. О, сзади понапылил, вернее. Так, вот все тормозят, то есть вообще. Такой идиотизм. А там он, там дальше получается. Вот пешеходник, и вон он опять пешеходник, вон его видно. Вон, видите, да, знак? Сейчас еще поближе. То есть вот он. Ну, оно плохо видно, но видно вот. Вон опять он лиховая где тормозит. Вот. И все село так получается. Каждые 20-30 метров, там 50 метров. Все, пешеходник, эти, лежащий мент. Ладно, вот он магазин, он, где машинка повернула. Сейчас пойду затарюсь. Что-то магазин какой-то вообще ни о чем. Да, цены нынче космические у нас. Зайдешь, кусок ветчины взял, батон взял. Что, ряженки взял еще. Ну и так, там семечек, не семечек там. Почти рубль ушел. И пакетик даже не полный. Ну то есть, вот так вот. 1000 рублей только раз в магазин сходить. И все. Ну что, в общем, дальше по ментам поскакали, по этим полежащим. Блин, всю дорогу как на коню, блин, скачешь по этим ментам. Вот. Так вот звук это груженого КамАЗа, звук этого двигателя. Вот сейчас мы идем. Как бы мне нравится вообще звукан на нем. Только прикольный. Как на простом КамАЗе. Вот сейчас вот на гору, вот на гору едем, еще на гору приходится тормозить, чтоб здесь 400 метров у нас получилось от мента до мента. Вот зимой, когда снегопад, когда лед, все вот, как тут трогаться? Хоть на КамАЗе, хоть на фуре, хоть на чем. Дебилы какие-то понаделали. Все, им бабла мало. Блин, еще и за Платон, вот за эту дорогу Платон тоже бабки берет. Все, никак не нажрутся, не нахапаются. Да давай сейчас так попробуем завести без эфира. Масса как там? Там включается или как? Ух ты, блин. А что, закрытый, да? Не-не, нажми этот сильнее кнопку. Ну, нажал. О, во. Ох. Серьезная техника. Что, включил массу?
Он с кнопки справа тоже, да? Кнопка, да. Вот это, да? Да. Стой, стой. Не, наверное, шикать надо, да? Он сам-то чукча, хоть когда чё? Последний раз этот. Че тут и все. Ну, все. Блять, сейчас же, ё. Ладно. Сейчас, стартовать буду, когда цикнешь. Давай. Хорош. Давай еще. Пиши. О, блин. Все, пиздец, завели. Сейчас должен пойти, по идее. Что, кончился эфир? Нет. Давай. Получается, я держу, я его не давай отпускаю. Я садись. Его постоянно держу. А что он говорит, что не прокачать? Почему нельзя прокачать? Так я типа не знаю, так. А он говорил, можно прокачать, нельзя? Ну, говорит так заводить, и говорит, не прокачивать. А как заводить? Ладно, подожди, давай, чем оттуда. Понял. Ладно, давай, что воздуха ставим. Ну все, завели, короче, вот баллон эфира ушел, чтобы завести. У него, оказывается, это помпы прокачки нету ни хрена.